Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Ведьмачка 3, бестиарий тут. Пишет, лутани его камеру, а вроде ничего в ней интересного и нету. Ну, лутанул, ничего не нашел. Ну, то есть, две книжки, которые у меня уже есть. Так, ладно, он пошел сюда, да, куда-то? Обнаружен нарушитель, обнаружено вторжение. Запускаем. Ну вот, опять Лабутен. Так, ладно, давайте Ирдан накроем. Так, наверное, надо шариком. Бум, 700 по себе. Бум! 160, кстати, только. Давай, жги. Бум! 729. Дай. Бум! Нисколько. Бум! Сам себя убью, один останусь. Бум! Нету урона. Дай. Бум! Сам себя убью, один останусь. Бум! Убью себя сам. О, зараза. Бум! Сам себя убью, я, потому что я суицидник. Бум! Сам убью, говорю, себя. Бум! Убил сам себя. Не, все-таки, мне кажется, второй вариант накладывания этого квена, это все-таки крутая вещь. Кто бы там что ни говорил, но, блин, это прикольно. Так, давайте тут залутаем сначала. Поэтически это тоже у нас есть. Тоже все есть. Чё тут? Чё, ничего ценного, что ли? Всё это, всё, что ли? Формула из трактата Готфрида подействовала. Всё кончено. Если бы не ты, я бы, наверное, до сих пор сидел за решеткой. Прими эту безделушку в знак моей благодарности. Спасибо, хотя мог бы просто успокоить шторм и забрать отсюда башню. Сейчас все будет. Если вдруг окажешься в ковере, заглядывай в Понтванис. Абураги! Ларрахер! Абураги! Что ты делаешь? Что он сделал-то, ёптить? Абураги Парахенс, это что, еще не все? Я хотел выйти через дверь. Так, ну ладно, нам малый сварок дали. Пойдемте поговорим с жителями деревни. Бля, чувак, короче, это землю толкает. Как в армии. Знаете, почему земля крутится? Потому что ее русские солдаты толкают. Ну, давайте толканем землю. Раз по 50. Так, чувак, я тут этот самый был немного в бою, хочу починиться, хоть, конечно, и... Хотя 70, он на 70 на повоевали. Кстати, а у тебя же деньги откдешились, да? Купишь он это... Блин, вот эту ласточку так жалко продавать, может оставить ее? Всякие эти лунные клинки. И вот эти вот арониды я попродаю, пожалуй. Да, ласточку пока оставим. Все, давай, будь здоров. Будь здоров. Башню назад вернул. Да как, что тут сложно? Вернул и вернул. Рыбажор. Че расскажете про башню? Ты живой? И целый? Целый, только мокрый. А меня научишь летать? Как-нибудь в другой раз. В жизни таких чудес не видал. Сверкнуло, грохнуло. В один миг башня исчезла, и ты с неба свалился. Ну и шторм как рукой снял. Ну, ёптить, говорил я, что могу. Надо нанять ведьмака. Вот уж мастер так мастер. А за мастерскую работу полагается плата. Ну... Конечно. Я знал, что на Анскеллиге живут честные люди.
Если когда-нибудь окажешься в наших краях, заглядывай. Мы всегда будем тебе рады. Спасибо, будьте здоровы. Плат полагается. Да. Погоди, ведьмак. Ты брата моего не нашел? Хурни его зовут. Он пошел в башню с друидом и другими ребятами. Эх. Я нашел их, все они мертвы. Я нашел их. Очень жаль, но все они мертвы. Говорил я ему, чтобы он туда не ходил. Так ему славы захотелось. Иди домой, Ньяль. Чего тут стоять? Иди домой, Ньяль. Бывай, ведьмак. Еще раз спасибо за помощь. А я не взял с него бабла. Так а что не взял? Ну то, что нам дал там чародей, то оно, ну это как бы чародейские. А я так понимаю, ну, скажем так, чародей так захотел, да? Вот, а то, что мы тут с этими договаривались, так это ж... Это ж как бы... Ты вернулся? Да, я вернулся. А ну, покажи, у тебя ж тоже бабулес есть, да? Мы ж тебе тоже можем загнать. Блин, а что у меня за арбалет? Продавать, не продавать ласточку? Да продам! Я думаю, нафиг она Цири не нужна. Продам ласточку. Эти башмаки, ну ладно, башмаки оставлю в коллекцию. Этот тоже, но у него денег нет. Ты, кстати, не продаешь ничего интересного. О, стоп, а у Бронника могут продаваться. Слушайте, у Бронника то глифы могут продаваться. Стопы. Потому что я заметил, у мечников продаются камни на мечи, а у Бронника продаются наверняка глифы. Приветствую. Так, а ну-ка покажи-ка свои товары. Посмотрим. Блин, у мечника продаются, как я и сказал, камни на мечи, а у бронника ни хрена не продается. Ну, шикарно, блин. Что-то это как-то несправедливо, вам так не кажется? Будь здоров. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Так, и чё у нас по журналу? Доп остался один. Кулаки ярости. А, ну кулаки ярости это кулачные бои. Ну давайте, я думаю, мы готовы к кулачному бою. Давайте в Харвикен, погнали. В Харвикен. По этот самый мордобой. Сейчас у меня, наверное, бомбить будет. Меня будут убивать. Но я постараюсь. Так, я на всякий случай теперь буду проверять всех кузнецов, которые есть. По пути чего будут встречаться. О, а мы с ним в гвинт не играли. А, ништяк. Я бы не отказался от партии в гвинт. Давай раскатаем партец в гвинт. Так, ну все-таки давайте я заморочусь с чудищами. Я так думаю. Так, ну, во-первых, сначала давайте возьмем всех героев. Вот это полезные карты. Вот этот, естественно. Драуг и Мерилих. Леший. Вот этого апателя. Так, а что у нас с ведьмами? А ведьм у нас, кстати, полный сет. Это хорошо. Огромный главоглаз. Ага, просто главоглаз. Вампир. Вижу вампира. Так, кто еще у нас имеется? Накер. Так, три накера, да? Можно взять. И три гуля. Ну, в принципе, более-менее. Карты отрядов у нас 25 получилось, да? Я так понимаю, все... А ну-ка, а кто еще? Моровая дева, вилохвост... Элемент огня. Никто тут еще не сможет. А ну-ка. Ведьма-кухарка. Огромный главоглаз. Главоглаз. Вампир, вампир. Накер, накер, гуль. Ну, более-менее. Правда, со шпионами беда, ребята. Шпион получается только один. Так, ладно, командирских рогов давайте два зацепим, плюс лютик, этого, я думаю, хватит. Казни, я думаю, надо побольше, чучел, да, тоже я все возьму.
Так, Весемира брать не будем. От них понту тут никакого, я думаю, не будет. Ну все. Так, что у нас есть за... Верните карту из вашего отбоя в руку. Не очень полезная. Хотя... Сбросьте две карты и возьмите. Удваивает силу рукопашников. Это, я думаю, не надо. Погодную. Так, а кстати, что у нас по погодным? Да я погодные вообще особо не беру. Тем более тут... Я как-то ими не люблю играть. Ну, давайте по одной возьмем. Мглу. А, все, специальные карты лимит достигнут. Тогда нафиг она нам не нужна. Хотя у нас все в основном ближний бой, да? Да, все в основном ближний бой. Давайте мглу возьмем против лучников. Вот, все, поехали. Если вдруг что... Так, ну шпион пришел, это срадует. Ну, в принципе, нам тут менять ничего. О, а у нас, кстати, полный сет. Гуль, накер и бабы все пришли. И казнь. Так, ну давайте этот самый начинать, что? Попробую поиграть чудищами, никогда ими не играл. Но, думаю, это будет интересно. Так, начал он с лютена, а это как бы нам должно намекнуть на то, что, может быть, есть резон отдать первый раунд. Или будем бороться? Не, на самом деле, почему нет? Можно побороться. Ну, давайте вот всякими вот такими накерами дешевыми будем бороться. Так, а что у меня за обилка героя? Верните карту из вашего... Блин, а я так что, и не поменял, что ли, героя? Ну ладно. Или там ничего хорошего нет? Так, ладно, давайте семерку сразу с... или потерпеть. Ну, я думаю, чем раньше я ее сыграю, тем оно как бы лучше. Две отъехали, он может сейчас пасанет в таком раскладе. Вот видите, там две десятки мы убили, а сейчас бы только одну двенашку. Пятнарик пошел. Слушайте, две двенашки, давайте казнью за этот самый. За кастанем тоже нормально. О, противник спасовал, шикардосно. Вот сейчас бы Геральт остался, было бы круто. Блин, ну остался сраный накер. Так, 6-6. Слушайте, ну, должен сказать, что этими чудиками-то достаточно непросто играть. Чудиками достаточно непросто играть. То есть, ну, как бы там за Нильфгард у нас вообще колода изи. Там разваливая это. Чудики, мне кажется, слабее. Ну ладно. Видно будет. Так, ладно, давай этот самый гули. Пошли. Гули пошли. Так, ну пошли бабки. Пошли бабки. Еще кого-то сейчас воскресит. Ой, отлично, две семерки. Мы сейчас с помощью Йеннифер воскрешаем этого Васечку. Где он? Вот он. И он убивает две семерки. Ну и все, я как бы отходился. А, не, подождите, у меня еще из отбоя есть вариант взять карту. Но мы победили так и так. Я просто хочу скастовать. Ну да, мы из своего отбоя берем. Ну ладно, что я тяну время уже тут как бы.
А, ну давайте проверим, а он из отбоя возвращает? Нет, не возвращает, все. То есть он возвращает только из колоды, окей. Так вот, кузнец, это хорошо, что мы с тобой сыграли в гвинт. Покажи-ка мне теперь свои товары. Вот видите, у оружейников вот этих вот всяких этих больших камней фигово гора. С ними вообще проблем нет. То есть зачарить, короче, оружие, это вообще фигня. А вот зачарить броню, это проблема. Так, у тебя сколько? 850, да? На тебе вот этот доспех. Так, бывай, а что у меня за арбалет висит? У меня висит арбалет «Смерть с небес» 6-8, а у меня есть арбалет 7-9. Ну, давайте 7-9 оденем, а «Смерть с небес» продадим. Чего надо? Что у тебя есть? Так, «Смерть с небес». 6 голды всего стоит, вот же лабутен. Ладно, давай, бывай. До свидания. Так, а с корчмарем я здесь играл? По-моему, нет. А, не играл. Дай взглянуть. Блин, а у кого же, неужели ни у кого не продаются эти прощай глифы большие? Ну ладно, пофиг. Так, ладненько. Кулачные бои, да, у нас, значит. Кулачные бои. Ну давайте засейвимся перед кулачным боем. Кто у вас тут принимает ставки? Ты? Нужны вам тут новые бойцы? Добро пожаловать, ведьмак. Эйнар ждет соперника. Не хочешь с ним сразиться? Да, конечно, хочу. Фигня вопрос. Погнали, я даже не хочу. Будем заставлять Эйнара ждать. Пусть бой будет честным и красивым. Обязательно, это я вам обещаю. Во, пошла жара. Сейчас мы этого... А чё зря-то? Чё я расстроил стражу? Чем? У нас тут кулачный бой как бы. Чем я мог расстроить стражу? Блин, это баг. Если они сейчас на меня нападут... Если они сейчас на меня нападут, это будет лабутен. Прекрасный бой. Поздравляю с победой. Грим готов к бою. Ну, если есть еще охота подраться. Конечно, есть. А, не, все, стража ушла. Так, победить Грима, но Грим в другой деревне, да? Так, чертеж доспеха получили, нормально. И где Грим обитается? Вот здесь обитается Грим. Так, давайте грима заваляем. Наваляем гриму. И получается... Да подождите, оно само так. Я это не нажимаю. Ты и эта ведьма. Так, кто тут этот самый букмекер? Слышал. Я слышал, вы тут устраиваете бои. Да, да. Слышал. Можешь поучаствовать. Да, я готов, погнали. Я готов. Сражайтесь без жалоб. И берегись. Окей. Грим. А он, кстати, 31-й левел. Блин, зря я этот самый. Зря я по альт прожал. Ля, его реально не пробьешь. Он стоит в блоке, его вообще не пробьешь. Да, не то слово. Его вообще не пробьешь. Вообще непробиваемый, вы посмотрите. А как мне его? А как мне его пробить-то? На контратаке, что ли? Вот так? Сейчас попробую на контратаке.
Ля, он тоже может... Вот это лажа, конечно, то, что он толкает. А как мне так толкать? Вот? Да, блядь. Вот это вот меня бесит то, что... О. Меня бесит то, что этот самый... То, что после того, как проигрываешь... Во-первых, по-моему, контрольная точка создается, которая нафиг не нужна. Вот, давайте вот эту загрузим. Ладно, я в следующем выпуске тогда передерусь. А этот выпуск я тогда на этом закончу. Всем большущее спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.